Иди как-то поворачивай, там приспособлено соглашение таких размеров. Стоп, это стоп. У тебя озера уже впереди. Я вас на дизель езжу. Это с дизельным топливом в Хайфу не пускают или с каким? С выхлопными какими-то там, что Хайфа чистый город объявлен. Из чего же нам скрепку эту сделать? Искать на заправку, что делать? Это израильская камера, какие могут быть? Я ж тебе уже искала тогда, на что повесить. Ну вот тебе будет причина все снимать. Ух ты какой. Дизель 228,7, так для общего понятия, о чем речь. Да, 400 километров вот так держать рукой, да? Не-не, ну, ты на самом деле это можешь делать. А уже и для пожарников, что ли? Вот кто-то наехал. Его как памятник оставили? Ой, какая птица интересная. Погода. Что за бабки в поле каменные? Снимай, будем выяснять. Зато, в отличие от видеорегистратора, я могу вот так навести, номер машины приблизить, рассмотреть. А что за водоем у нас по левой стороне? И причем? Должно быть название на нем. Сделаешь zoom in, zoom out, он покажет. Море, Кляк, Гренит. Вот это, что за водоем? Это не океан. А, ну да, Гренландия, вон тут. Мне не надо, чтобы как в Норвегии она об машину. Китов нет? Пахнет соленым. Да. Не, Рейкьявик у нас по боку. Отлично. Ну как-то по краешку совсем. Город с его правилами мне сейчас не нужен. Мотокросс. То есть сохраняйте направление? Head, нет, head, ну просто направляйся на восток. Не head в прошлое время, а head голова. А он здесь уже вполне лунный, так же гоняться именно за таким корявым пейзажем. Тюлени, да, озеро со льдом, да. Вот тот водопад среди базальтовых. Конечно. Так, почти на 90 градусов. Да, на юг, это я понял, по-моему, подойдет. Exit the roundabout. Ох, красиво. Я все думаю, как сделать самим вот эту затычку, из чего бы крепкого. Материалов крепких можно найти здесь. Нет, ну камень-то меня не устраивает. Это именно типа проволочки хотя бы что-то, пластинка, чтобы гнулась. Камеру взял, снял главное, у меня всегда лежит внизу, я же не оставляю на стекле. Прилепленная осталась, да, на стекле? Да, да. Главное, был бы этот болт, так вот, у меня с собой крепление лучше не придумаешь. Видишь, Саше не приходилось еще видеорегистратор проработать. Что ты нужно с этим делать? Мне просто понравился вот этот вход, покрытый зеленью. А это часом не газ? Или это маяк? Маяк. А там что-то водное? Это что? Самолет снижает. Что за самолет такой? И что у него висит внизу? Корова. Я не думал, что это гейзер такой, да? Да и не один. Что вот такие облака выбрасывают? Скорее всего, что-то индустриальное. Возможно. Впереди что-то. Может, для съемки их что-то привязано впереди? Для съемки обычно просто лепят что-нибудь, зачем тебе нужно, чтобы болталось на ветру, не знаю, что. А оно не болтается, оно впереди так четко держится, так же, как и перед самолетом. Что-то с погодой связано, на самом деле. Интересно, на что там справа. Достаточно влажная земля. Это что за памятник? Напоминание. Чтобы не лезли, чтобы куда попало. Осторожно вести. Это не очень похоже, чтобы это были заводы отдельно взятые. Здесь немало есть станции, которые работают чисто на климатической силе, на температурах. Наверное, да, это заводы. Уже интереснее пейзаж. Да. Базальтовые дороги. Вообще черные, а не это асфальт, по-моему, это базальт. А что за большую карту он тебе показывал? Их представительство? Нет, и... просто карта. Или это кемпинги? А, да, в интернете? Да. Да, кемпинг. Домик прилепился. Да, похоже. Да, фу-фу-фу. Да, не столько. Ну, ночевать я при таком запахе не хотела. Серьезно? Да. Натуральный абсолютно запах, что? Я поняла, много чего натурального. На самом деле и уран натуральный. Вареные яйца даже не топтают. Я... Небо на себе голубое. Я думал, мы сейчас вообще окунемся в облако. Ну, на самом деле, не так и не сбежим.
хотя бы там. Как на заборе зацепилось вот. Может быть, окей. Давай ты гейзер. Если не гейзер, то это термальное. Там источник, где вода идет. Среди перекрещения. А турка разве тут есть? По-моему, я ее не видел. Есть тебе чайник и котелок, смотрят. И турка, как ты ее знаешь, с одной ручкой, с двумя ручками, ну что дальше. А крышка к ней прилагается? Да. А какой они хотели скорость еще? Сейчас дождя нет, может лучше как раз использовать это, да? С облачностью тут не соскучишься. Смотри, облако висит серое. Ифроуд, это что такое? Грейдеры? Ну это вот самый верхний щит. А. Во всей своей красе. С реками и так далее. Посреди дороги. Это фермы все обозначены. Лошадиные, похоже. Сколько их тут на каждый километр? Теперь понятно, что он у них идет ни с того, ни с сего. Да, так что переобуваться надо. Вот эти белые мне тоже очень понравились, лошадки. Видел, какие красавицы? Вот это машина. Ну, наход какой-то. Я бы от овечьего сыра бы сейчас не отказалась. Интересно, сколько он будет стоить? Это не у него там с обратной стороны можно заходить? С примечанием, что будешь абсолютно весь мокрый. Заманчиво. Да, смотреть-ка. Смотри, как будто наводнение. А откуда оно так? Столько воды. Да не, у него проехал там. Через 500 метров.